Александра Байкова и Дмитрий Козловский одержали победу на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. В произвольной программе фигуристы набрали почти 140 баллов, а в сумме почти 217. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев расположились на второй позиции. Их результат в произвольной программе – 132 балла, в сумме – 205. Алекса Кнерим и Брэндон Фрейзер заполучили бронзу, у них – 201 балл. Всех поздравляем и обнимаем. Все поют и танцуют. А теперь прогноз погоды. На Сахалине сегодня солнечно, без осадков. В Москве ожидается резкое похолодание. В Африке, как всегда, жарко. На этом наши вечерние новости завершены. Всего вам доброго.